Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня речь пойдет о сервисе, имитирующем облачный майнинг под названием Virtual Mining Farm. Значит, данный проект полностью дублирует проект, который был перед этим, и прошлый сайт проработал, внимание, более 2 лет. Там был у нас заработок от 15% в месяц, и была реферальная программа на 20 уровней в глубину. И мы, в принципе, по сути этого обзора будем сравнивать, проведем такую параллель с этим проектом и будем сравнивать его с прошлым. Здесь практически все аналогично. Значит, Virtual Mining Farm, здесь, в принципе, название говорит само за себя, добывает нам криптовалюту биткоин, значит, дает бонус каждому, кто зарегистрировался. Бонус в размере 100 ГХС, эти мощности на данный момент стоят 4 доллара. Значит, зарабатываем мы от 15% годовых. Если быть точным, то здесь, по крайней мере, я насчитал примерно 13% заработок здесь в месяц. Кто подсчитает прибыль как-то по-иному, то пишите мне в комментарии. Возможно, я ошибся. Значит, реферальная программа здесь, друзья, 30 уровней в глубину. В прошлом проекте мой вышестоящий спонсор зарабатывал более 500 долларов ежедневно на рефералке. Он сделал там огромную структуру, около 2000 партнеров. Ну и почему бы и нет, почему не сделать огромную такую же структуру в проекте Virtual Mining Farm. Надеемся, что, конечно же, он повторит, а может и улучшит результаты первого проекта, и здесь действительно можно будет сделать огромную структуру. Ну и, конечно, мы можем уверенностью сказать, это уже проверено, что здесь выплаты инстант, и проект платит так, как и прежний, моментально. Сатошки залетают на кошелек. Это все мы в будущем проверим, а пока посмотрим по регистрации. Значит, нажимаем вверху регистр и заполняем форму. Для того, чтобы получить вот этих бонусных 100 ГХС, вам нужно написать свое имя, далее username, потом пароль, подтверждаем пароль, вставляем свой email адрес, желательно Gmail, и повторяем. Нажимаем регистр, после чего можем залогиниться, нажав на кнопку логин, и пройдем в свой кабинет. Ну и вот знакомый всем кабинет. Здесь мы видим наше имя, далее username, свой ID, далее дату, когда мы зарегистрировались, и своего вышестоящего спонсора. Значит, здесь мы можем пополняться через биткоин, и также добавлена система Pair, чего не было в первом, на первом сайте. Значит, также мы видим на панели мои мощности, у меня уже 200 ГХС, это 100 бонусных, и 100 я еще прикупил за 4 бакса. И видим свой баланс, у меня уже 25 практически тысяч сатоши. Внизу мы видим историю аккаунта, здесь опять же мои полученные бонусные мощности и купленные мощности. Далее здесь мы видим сам майнинг. В вкладке реферал можем увидеть список рефералов. Здесь нажимаем buy и покупаем мощности. Далее это все по балансу. Это у нас профиль и саппорт. Значит, перейдем по верхней панели. Собственно, это и есть сам дашборд. Нажимаем на аккаунт. Далее во вкладке withdraw мы сможем выводить свои средства. Здесь минималка. Вот, нужно подождать 30 секунд. Идет апгрейд аккаунта. Здесь минималка на вывод 100 тысяч сатоши. И, как я уже говорил, в принципе, сатошки прилетают моментально. Мой вышестоящий спонсор, в принципе, это все проверял, и есть видео на YouTube, где тоже заграничные европейские партнеры, которые уже успели зарегистрироваться и набрать определенное количество мощностей Virtual Mining Farm, выводили свои средства инстантом. Вот этот апгрейд, это начисление прибыли по аккаунтам. Значит, мы видим минималка на вывод 100 тысяч сатоши, комиссия 40 тысяч сатоши. В принципе, будущее планирую сделать видео по выводу с проекта. Значит, профиль мы здесь можем прописать свои данные. Далее, вот нажав на Edit профиль, далее вкладки Referrals, мы можем взять свою реферальную ссылку
и здесь увидеть список своих рефералов. Вот, собственно, ссылка. По рефералке, друзья, как я уже говорил, 30 уровней. Это очень круто. 10% мы будем получать комиссию в мощностях от рефералов первого уровня и по 0,5% от рефералов, начиная со второго уровня до 30 уровня в глубину. Это может быть просто огромнейшая структура. Для всех своих партнеров, кто решит зарабатывать виртуал майнинг фарм, я разрешаю это видео использовать для привлечения новых партнеров. Ну и, собственно, из история. Здесь можем увидеть все, что касается своего аккаунта. Далее покупка. Вот мы можем увидеть покупку. Мы покупаем от 100 ГХС. Есть у нас способ пополнения биткоин и Pair. Далее 1100, то есть минималка 100, но до 100 больше мы не можем покупать. Далее уже идет 1100. Это на 44 доллара миллион 113 тысяч сатоши. И уже по 1000 ГХС еще можем себе добавлять. Но я возьму пробный, создам на 100 ГХС в биткоинах. Мы нажимаем на Buy Now. Это у нас 100 тысяч сатоши. Стоит 100 ГХС на Virtual Mining Farm. Значит, создался у меня здесь адрес. Я его копирую и отправляю 100 тысяч сатоши на этот адрес. Отправляю через криптонатор 38KW. Правильно. Создался у меня инвойс и отправляю 100 тысяч. Вот отправлены мои 100 тысяч сатош. Как мы видим, они в обработке. И, в принципе, нажимаем back to invoice. Я отправил. Мы видим сейчас, что я покупаю 100 ГХ за 100 тысяч сатоши. Мы, друзья, можем поработать через Pair. Это вот будет практически моментально. Но я вот прикупил 100 ГХ за биткоин. Посмотрим сейчас на дашборд. Ну и вот, как мы видим, вот мой инвойс. Я на него нажимаю. За сатошики. Значит, нажимаем далее Buy и сделаем то же самое по Pair. Здесь выбираем Pair, покупаем еще 100 ГХС. Перебрасывает нас на Pair. Подтверждаем. 3.94. И нажимаем подтвердить. Вот, друзья, еще один инвойс на Pair, но пока мои мощности остались прежними, 200 ГХС. Я думаю, с покупками здесь все понятно, я вам наглядно продемонстрировал. Это у нас вкладка Buy. Далее идет вкладка Deposit. И здесь мы видим, создаем депозитный адрес. И вот можем отправлять свои уже 10 тысяч сатоши. Это у нас вкладка депозит. Возвращаемся обратно. Далее affiliation. Здесь опять же реферальный бонус рассказывается. И мы можем взять свою реферальную ссылку. Во вкладке help мы можем прочитать информацию. Здесь контакты компании и профит калькулятор. Это самое главное. У меня было 200 ГХС. Я купил еще 200. И у меня получится уже 400 ГХС. То есть моя прибыль при такой цене биткоина будет составлять 1656 сатоши ежедневно. И никаких ограничений на вот эти мощности нет. Они у вас будут работать, пока работает проект. Поскольку на прошлом сайте были контракты от 3 месяцев и до пожизненных. Здесь получается, что все контракты пожизненные. Значит, по вот этим мощностям прибыль начисляется каждый час. И вы уже, собственно, можете каждый час получать по каждому своему контракту свои начисления. Ну и тут, в принципе, все то же самое, друзья, по проекту. Мы прошлись по всей панели, по профит-калькулятору. Купили еще мощностей. И, в принципе, я думаю, все вам здесь понятно.
У кого остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Значит, проект Virtual Mining Farm работает, сейчас я скажу вам точно. У нас на мониторинге он уже 50 дней. То есть, в принципе, если учитывать, что прошлый сайт работал более 2 лет, то 50 дней это практически ни о чем. И с такой прибыльностью около 13% в месяц, можно сказать уверенно, что здесь все только начинается. Так что, друзья, присоединяемся, как минимум регистрируемся, получаем свои бонусные мощности. Далее, у кого есть свободные средства, мы, конечно же, пополняемся и обязательно приглашаем новых партнеров. Как я уже говорил, берите мое видео к себе на канал и приглашайте партнеров через видеообзоры. Плюс запускаем рекламу. В принципе, по 30 уровней партнерской программы здесь можно выстроить просто огромнейшую структуру и заработать множество денег на Virtual Mining Farm. Кто не успел заработать на первом проекте? В первом проекте было более 1 000 000 пользователей, и он вышел просто на огромнейший уровень. И, в принципе, начались, конечно же, проблемы с законом, поскольку в Таиланде, где был первый проект, законы по криптовалюте довольно жесткие. И вот там началось вот это все, что превратилось в скам. Поэтому запустилось все заново. Надеюсь, что все проработает еще лучше. И мы здесь построим огромную команду. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Увидимся.